Усім привітання на сувязі з Джексон Геймер, і гэта жалезны падарак Forza Horizon 5, спецсерія, навагодні выпуск. Для тех, кто здесь впервые, я объясняю правила. Если же вы здесь не впервые, перематывайте на следующий таймер. Первое. Выбиваем тачку из Вилспина. Исключение Формула Дрифт, Оффроуд Гонки или любая тачка, не имеющая внешнего тюнинга. Ух ты, 370Z. Второе. Тюнингуем внешне. Так, обвес есть, слушай. Ух ты ж. Третье. Тюнингуем внутренне. Ставим все на максимум. Как всегда. Четвертое. Придумываем и создаем винил. Вот такой у нас с Беном получился дизайн. Пятое. Тестируем. Но управляемость хорошая все равно. В любом случае она хорошая. Тихо! Шестое. Дарим случайному игроку. Подарок отправлен. Надеюсь, правила понятны. Приятного просмотра. Сегодня мы крутим исключительно супер вилспины. К тому же сегодня, если нам падают несколько автомобилей, мы тюнингуем только один. Собственно говоря, давай просто сразу же, чтобы не было всяких рандомов, не пришлось открывать какие-нибудь сайты, приложения и прочее. Ага, спасибо, у меня запись сейчас, вот мне это не хватало. В общем, правую или левую? Я забыл сказать, но я хотел сказать, что, типа, если будет левая, то мы берем левую. Ладно, я надеюсь, вы мне поверите, потому что я действительно хотел левую убрать. То есть, если будет левая, то брать левую, если не будет левой, то брать посередине. Вот. Ладно, в любом случае, хорошо. RS5. И да, мы делаем только один тюнинг, потому что у нас не было давно внедорожья. Насколько я помню. Поэтому делаем под внедорожье. RS5, хорошо. Что ж, ну и начинаем мы, как обычно, с внешнего тюнинга. К слову говоря, спецсерия должна была быть другой. Но, к сожалению, вы потом про нее узнаете. Я не буду сейчас спойлерить, что там должно было быть. Потому что мне нравится, как вот старая выглядит, да? Прикольно. Не знаю, опять же, наверное, меня не поймут, но... Более старый вариант мне нравится больше. Давай поставим старый, там уже... спойлер, я не знаю, без спойлера гораздо интереснее выглядит. Так, и фары меняются, нет? Фары не меняются, жаль. Ну ладно. Или это, наверное, подожди, я просто не знаю. Может быть, это просто вариант не RS-версии. Скажем, S5. Или A5. В общем-то, да, в принципе, тут по внешнему виду все. К дискам мы потом еще вернемся. У нас тут нет ничего, собственно говоря, из обвесов. Поэтому, по сути, она полусток остается. Даже можно сказать, сток. Ладно, в принципе, я перемотаю для вас все технические аспекты. Поэтому увидимся совсем скоро. Так, ну вот мы вернулись, значит, к внешнему виду. Это у нас диски, это у нас самая сложная часть, но нам нужно что-то под внедорожье. Что-то под внедорожье. Да. Поэтому ищем, как всегда, ищем какой-нибудь хороший, красивенький вариант, который... слушай, мне, кстати, кажется, вот эти под Audi, да, для Audi они прям хорошо подойдут. Мне кажется, что да, что прям супер будет смотреться. Давай их поставим.
Вот прям в белом цвете даже красить не будем, вообще ничего с ними делать не будем. Все, по сути, мы все сделали по внешнему виду и по внутреннему. Конечно, если ты здесь впервые, ты не знаешь, что у нас еще впереди, оклейка и окраска. Мы будем делать винил, будем красить автомобиль, и будет все супер. Собственно говоря, переходим к окраске и винилу. Что ж, я придумал, какой можно цвет сделать для данного автомобиля. Он у нас останется красным, если что, сразу же говорю. Вот, но это будет металлик, и это будет темный. В любом случае, у нас сегодня должен быть новогодний винил, поэтому тут особо вариантов немного. Вот, у нас будет вот такой, слушай, вот такой мне нравится, да? Прикольно выглядит. Я хотел сделать темнее, но вот этот прям хорошо выглядит. Хорошо, я прям такой оставляю. Так, значит, тонировку. Тонировку давай зелененькую накинем. То есть цвета такие новогодние будут. Так, хорошо. Мне не нравится, что у нас суппорта, они прям бесцветные, их не видно. Давай тоже, наверное, зеленый сделаем цвет. Металлик, чтоб прям светилось хорошо, только поярче, наверное, сделаем, чтобы заметнее было, потому что они в тени у нас обычно. Поэтому делаем чуть посветлее, вот, ну вот так, плюс-минус, хорошо. По винилу у меня уже есть определенные идеи. Ну, зеркала у нас не красятся, ну да, они у нас то ли хромированные, то ли что. В принципе-то и все, диски я сказал, что мы красить не будем, потому что, ну, что они и так неплохо смотрятся. Так, ну и все, переходим к винилу. Что ж, вот такой, ну не сказать, что простенький, ну хотя нет, простенький винил. Просто долго у меня это вышло делать все. Вот, новогодний, естественно, рождественский, как хотите, как желаете. Собственно говоря, ну и все. Погнали на трассу. Что ж, выбрал я следующую трассу. И знаешь, что я понял, с чем нам... нет, спасибо. С чем нам повезло? Во-первых, это Audi. Она полноприводная, плюс, ну, у нее там системы крутые. Во-вторых, Audi в полной прокачке на V10. Прям, ну, максимум ее, это S1 класс. То есть, прям мы в максимуме S1 класса. Дайте мне проехать, мне мешают. Я по скорости лучше их, а они мне мешают. Посмотри, что он творит. Слушай, ну тут вообще без шансов. Тут очевидно, что автомобиль получился довольно-таки хорошим. Довольно-таки отличным. Мощности просто очень-очень много. Управляемость даже спорить не стоит. Это Audi. Это Quattro. Это полный привод. Поэтому все хорошо. Только по скорости у нас тут перебор для этой трассы. Перебор. Прям все повылетали. Поэтому... Не, я, пожалуй, с вашего позволения перемотаю, потому что, ну, перебор по скорости был. Поэтому...
Поэтому мы тут немножко притормозим. Вот так, хорошо. Нет, нехорошо, чуть-чуть потерял управление. Нет, нормально, нормально, нормально. Полный привод. Словить несложно. Тому. Ох-ох-ох-ох-ох. Вот тут чуть-чуть бы побыстрее и врезались. Потому что автомобиль прям отличный. Прям отличный. Прям отлично получился, что я со скоростью перебарщиваю. Ну ладно, мы и здесь проедем. У нас все равно внедорожье полное. Хорошо, вот так в дрифте. Гриф на полном приводе. Полноприводный дрифт. Вообще супер. Так, что-то я опять по скорости перебарщиваю. Ну ладно. Ладно. Все равно у нас отрыв довольно приличный, при том, что я тут не притормаживаю для лучшего входа в поворот, а просто дрифчу. Хорошо, хорошо, вообще супер. Ты посмотри, по дюнам только так. Только так ездит по дюнам. Ну тут без вариантов. Тут без вариантов. Автомобиль. Ах, чуть-чуть бы протянул еще, было бы вообще отлично, но было бы красиво. Ну ладно, тоже все равно было неплохо. Что ж, ну и отправляем нашу тачку случайному игроку. Да, собственно говоря. RS5 купе, вот она в нашей оклейке. Давай все игроки. Ну, праздник для всех, поэтому все игроки. И сюрприз, позаботьтесь об этой машине, пожалуйста. Я думаю, в принципе, достаточно. Ну и так игрока, естественно, отправить подарок. И подарок отправлен. Что ж, ну а если именно ты получил эту тачку, дай знать мне в комментариях, мне будет очень интересно. Что ж, ну я бы хотел вас поздравить с наступающим или уже наступившим на 4 разных языках с Колядами и Новым Годом. Merry Christmas and Happy New Year. С Рождеством и Новым Роком. Merry Christmas, Sostio и Tosio. Что ж, вот такой автомобиль у нас получился. Надеюсь, ты уже поставил свой лайк, поставил комментарий. Ну и спасибо тебе за просмотр. Всем удачи, всем пока-пока.